Неудобный пас в конек, но Нестеров принял. Григоренко. Последние секунды большинства. Остро атакуют армейцы, но не забивают. Очистки присоединяются к команде. И вот тут как раз шайба залетает в ворота. Но забита она уже в полных составах. 5 на 5. Еще раз смотрим повтор. Вроде бы не сильно шайба летела, но все-таки оказалась в воротах. Капризов, Скотт и минутка радости.